Ага. А, ты смотри, тут. А, ух ты ж какой хитрый, можно 5-4 вернуть еще. Блин, ты умный вообще. Вот это вообще круто, верт. Блин, ну конечно, это круговерть. Совы в природе, это жесть. Уж заметьте, магов маловато как-то. Какие-то идут концептуальные герои вообще. Так, первый ход за нами, значит, кольцо точно мимо. Украденные мысли. Ну, а почему бы и нет? Мы же там можем украсть у него. Блин, шаман, правда, стол надо захватывать. Вы бы оставили украденные мысли или нет? Ну, давайте попробуем оставить. Ладно, хрен с вами. Ох, 6. Этот маг мне, по-моему, всегда заходит. Еще не было ни одной игры, чтобы он не зашел. Круговорот совы камни, да. Не, ну забавно получилось, действительно. Опять она. Она у меня одна единственная в колоде. У меня каждую игру есть в руке. Это удивительно. О, у нее тоже такое есть. Ну сейчас давайте я такого же поставлю, будем долбиться туда-сюда. О. О. Я могу на своего еще Сайленс скинуть, если что. Слушайте, а может быть это украсть мысли у него? Бей и хиль. Надо подумать. Он ее тогда убьет. Нет, надо сначала смотреть, поставить владыку смерти, защитить вот эту штуку, а потом нахиливать всю эту фигню. Да не вздумай, не вздумай, ладно. Ну и чё, поставлю я единичку. Похилю кроколиска, и он эту единичку убьет. Не, нужно этого же поставить, чтобы он защищал эту единичку, а потом хилить его. Да. Смерть меня не страшит. Надо решать Прям быстрее. сейчас в атаку, прям сейчас в атаку, прям сейчас в атаку. Ну да, давай сходим. Так, начинается тотемозависимость, блин. Он тоже хилится. А тут что написано? Каждый раз, когда персонаж восстанавливает здоровье. Любой персонаж восстанавливает здоровье. То есть, а зачем мне его тотем убивать, если он работает на меня? Жесть какая. Надо подумать. Так, ну ладно. Один и хиль и бей. Чё один и хиль и бей? Что один и хиль и бей? Вот что ты имел в виду? А, хиль и бей, ну понятно. Я должен атаковать провокатор. А-а-а. Понял. Должен атаковать вот этого засранца. Умри, гад! Ай, гадство. Еще и топор кинул. Блин, сейчас он все тут позачистит. Как
Как оно классно хилится все. Так, ну, видимо, она уходит в небытие у нас. Потому что вариантов здесь особо нет. Других. Что нам выйдет? О, у нас Ян покруче карта зашла. Так, хорошо. Так, можно либо училку кинуть, либо украсть мысли и того же призрака кинуть. Интересно. А после училки тогда закидывать украденные мысли. Хорошо. Блин, самовар выпустил. Странно, что он тотем-то не засамонил. Боится, что у меня есть гном-развратник. Так, ну тут можно либо мысли, либо верховного мага. Так. Да, не, ну самовар-то надо убивать. Самовар хил мысли, говорят. Надо подумать. Занятие наверное, начинается. Вот так даже. Самовар. Давай сначала мысли посмотрим, что там. Я готов учиться. Надо решать быстрее. Неплохо. Давай тотем заковыряем. Неплохо я вообще собрал такие две классные карты, я бы сказал. Эй, ну что ж ты за человек-то такой, а? Хотя да, ты не человек. Так, внутреннее зрение. Так, давайте думать. Хренов самоварщик. Так, я если этого кидаю, плюс внутреннее зрение, плюс отхил. По-моему, нормально. А, но он все равно тогда ее убьет. Внутреннее зрение мне засамонит еще 1-1. Так, а если я без внутреннего зрения, если я сделаю... А, блин, тогда я... Стоп, а если я нагу целительницу кину и отхил, тогда отлично все получится. Да, убить 3-2, кинуть нагу целительницу, еще отхилиться. А он все равно тогда лицом и плюс змейкой сможет ее пробить. Ну, тут надо думать, ребят, что лучше. Надо решать быстрее. Зрение, отхил. А, ну в любом случае ее будет убивать, да? Я готов учиться. Никогда мне не везет на максимуме. 5-6 это тоже неплохо так-то. Так, у меня 7 маны будет следующий ход. 7 маны. Это нага целительница и отхил, например. Ледяной элементаль. Я его брал. Передай мне тангенциальный вращатель. Да, главное, что он топором не может ее убить, если он... Второй глаз. Так, ладно. Топор кончился. Это сюда, это, в принципе, понятно все. Хорошо. В смысле, плохо, но хорошо. 7 маны вообще в никуда, да? Так получается. Можно верховного засранца кинуть. Он законтрит это 2-4. Надо подумать. В принципе, и... Ну потерпеть. Все, как ты скажешь. Есть сайленс возобновляемый. Больше не должно быть сглазов. Ну, сглазов может и 3 быть. Пришел хмелев... Сглазов у него больше не будет, говорят мне в чате.
Вазов у него больше не будет. Блин, а чё кидать? Блин, вроде рука есть, а что кинуть прямо сейчас вот? Так, боксер, ил не пойдет. Заморозка на кобру. Сову на кобру. Ну, сову на кобру может подождать, можно заморозку на кобру кинуть. И что еще? Надо решать быстрее. Каким? Эх, сейчас бы кольцо отхило. Ну, у него тоже такое есть. Даешь кольцо отхило, даешь кольцо отхило. Рук исцеления. Ну, значит, надо красть лема. Как мне тут говорят. Но одного из них мы сразу лишимся, но это не проблема. Надо ли красть Элема? Надо ли красть Элема? Можно сайленс на своего Элема дать, конечно. Пробить вот эту фигню. Элемом сажать 2-3. Покрутить Элема. Кинуть нагу целительницу. Да неплохо тоже получается, кстати. Да, Элем за 10 слишком слабо. Так. Надо решать быстрее. Давай передохнем. На! На, блин, чуть-чуть не хватило. Если бы на 4 раза ударил. Ну давай, под. Ох. Почти, почти. Да блин, и опять. Ну давай. Но этот в 5-5. Ну, в 4-5 надо бить, идиот. Куда ты бьешь-то? Странный он. Так. В принципе, можно украсть вот этого парня. Нет, не вариант. Надо подумать. Если украсть 4-6. Этот сюда. Блин. И он еще одну карту задровит. Этот сюда. Нет, этот сюда. Блин. Интересно. Интересно. И главное, вот она 4-4. Так, а если я ее пахнет, так, сал на 4-2. Еще ставит. Лунасвет не падет. Вот так. Не успел, блин. Я ведь уже мертв. Предохранительный механизм. О, для него я контроль разума и держал.
Ну все, меняй ход, давай сюда. Давай сюда мне его. Вот это можно стырить. Согласен. Помни, Кельталас. Сова, это было отличным другом. Я думаю, у него нет четвертого хекса. Это было бы вообще... До свидания. Да, конечно, при... Так, не поможет. А, он типа его воскресить хочет, да? Так, 3-2, убей 6-6, что? А, одним ударом сразу режим двоих. Точня! Ускорение. Слушайте, спасибо, что напомнили, что он всех бьет. Так, он тут же возродился. Теперь надо круг исцеления в любом случае юзать. Ну что, выкладываемся, я думаю, да? Кельталас. Все склонятся перед моей волей. Победа за тобой. Как он интересно их расставляет. Он бы еще 2-7 посередине поставил. Да, вот это мы удачно все-таки украли. Ой, у меня новый квест. Победа жреца или чернокнижника? Я как раз жрецом играю. Отличные игры сегодня. Да это просто вы так подсказываете классно. Наконец-то я могу это расслабиться и не думать, и получать просто ценные указания вот, вот оттуда. И все в порядке. Шаман недоволен. Я прям интересно, почему магов-то нету? Свет дарует мне победу. Так, внутреннее зрение. Блин, там можно монетку, конечно, украсть. Ну, тоже как вариант. Зато первый ход будет. Сейчас посмотрим. А, монетка-то у меня. Отлично. Еще один темный сектант. Значит, у меня 2 темных сектанта на старте выходит. Неплохо. Ни хрена себе там у него в руке. Ни хрена себе там в руке. Блин, он может сектанта-то завоевать так быстро? Ну ты, говорит, вообще лакер. Да ладно, что такая карта-то? Не мог там что-нибудь другое взять. Тебя именем Света. Вот этого, конечно, крутую штуку сделал. Судьба предрешена. Или телепусть убивает. Или телепусть убивает. Зачем ударил? Не знаю, что-то. Что-то как-то да. Надо было так и оставить, и на следующий ход там пронести его все. Ладно.
Ни хрена. Ты же умрешь в агонии. Так, ладно. Можно либо... Можно, блядь, 2-2 и похилиться, а? Интересно. Либо 1 в 3-2, либо 2-2 и похилиться. Так, 2-2 и похилиться. Надо подумать. Так, либо теневика и... Блин. Давайте вот так все-таки сделаю. Но мы-то знаем, что у него там барон Гиддон есть. Что-то достал, бомбу теневую. Так, окей. Так. Ну, наверное, это лучше сейчас вариант. Здорово, проф. Божественно. Надо подумать. Да я думаю, училку 2-2 и кольцо пишут. Там сейчас Гиддон сразу зайдет. Интересно. Это 2-2. А он всем наносит? Всем остальным персонажам. Но он 3-1 тогда сольет резко. А у него не сольет, он будет в щите все еще. Быстрее. Ученики, внимание. Сейчас он 3-1 ударит в 5-5 и поставит Гиддона. А, он Гиддона поставить не может. Точняк. Ха-ха, он одну ману больше стоит сейчас. А сейчас будет Гиддон. Нет, не будет Гиддон. Решил, наверное, отложить на следующий ход. Что там зашло? Блин. Счастливчик, а? Сначала надо добор прожимать. Подстраивает под Гиддон и ХП. Да, да, подстраивает. Ну тут можем мы своего Гиддона сыграть. Проблема в том, что он убьет наше порождение света. Так, что еще? Ну, в принципе, его Гиддон можно будет потом сайленсом накрыть, если что, и вернуть. У нас есть круговерть. В принципе, наверное, да. Давайте так сделаем. Этого убьем. Прощайте все.
Честь императоров. Так, вот, по-моему, этому надо Silence прописывать, я вам так скажу. Тут, по-моему, безоговорочно. Вот. Стало вернуть, если... Давай передохнем. Так. Ну, здесь отпил, видимо. Сегодня у Савы день рождения. В лицо предлагаете, да? А чем мне его потом убивать? Можно 3-3 чпокнуть-то. А, тогда она ж умрет. Хрен с вами. В принципе, если он своего гиддона поставит, он же его же дамажить и будет. Ну и что, на следующий ход ты умрешь? Ничего, контроль разума. А, блин, не могу. Не могу. Ну и что? Ну сам убивайся, хрен с тобой. Одной маны не хватило, да. Ну, тут можно просто пропустить ход, он все равно умрет. Если у него Silence столько нету. Поэтому я поставил рыцаря, чтобы перестраховать все это дело. Твоя магия тебя не спасет. А, видите, у него Silence есть. Так все просто. Вот это вообще подляна. GG. Вот это вообще топ-дек. Топ-дек от бога. Захилил до смерти, ребят, это называется. Комбо-брейкер. Лакер пишет. Ну, как без этого? Ну ведь не, ну он там вообще мозговитый такой, видали, все рассчитал. Две жизни себе оставил. Ну, в принципе, у меня два кольца света было. Тоже, понимаете, тоже топ-дек. То есть там вариантов-то много его было убить. Так, а кто там? Друид? Да там 2-3, да. Хрен с вами. Там бот играет, Витя комментит. Здравствуй. Приветствую тебя. Ну сколько душечка-то понабежала, а? Во имя света. Не ставь ее сейчас, поздно сказал. Уже поставил. Хотя я с тобой согласен. Ну, Наечка заехала. Так, жонглер или не жонглер? Ведь у него боксер. Положи яблоко себе на голову. Чем за 3 маны что-нибудь заехало бы. Помните тот этот, как его, 2-8-то который. Окунись в пламя. Плохо. Хотя... Хотя... Эй, лови! Или ты нечего, да? Ну, придется в лицо ему кидаться. Так, порождение учительница или... Окинайку сейчас нет смысла класть.
Крокодила с отхилом тоже нечего хилить. Есть только его вот эту фигню, но это глупо. Боксером птицу и хиль его. О, слушай, ты умный человек. Можно и этого теперь заковырять. Забирать. Да, наверное, надо. Давайте заберем. Вот так вот сделаем все. Уму прям прошло. Мне говорили никогда не брать эту карту на арену. Я не знаю, правду говорили или нет. Рот обдекать. Да ладно вам чё. Мы то сейчас сможем положить что-то из этого. Плюс захилиться. О! Погодите. Не, может быть не в него, может быть в паука. Он станет у нас 4-7, я смогу сожрать 4-4. Потом еще паука похилить, он еще куда-нибудь дамагнет. Вот, либо барона, но тогда тут надо ничего не убивается. Че в крокодил-то бафать надо? Че не на крокодила? Почему не вот этого парня? Надо решать быстрее. Наверное, надо было этого убивать. Можно было этого убить. Чего таращишься? Странно. Так, ладно. Если сал есть у него. Если бы было сал, я думаю, он 3-6 уже засайлинсил. Так, что тут можно сделать? 4-6. Может, все-таки сожрать его? Блин, в атаку забыл сходить. Да что ж ты будешь делать-то, а? Сова, приди. Сова, приди. I need you. Филин не заходит, да, не говорите. Интересно. Окинайку доставай. Ну даже если ее достану, а я сколько урон нанесу? Хм.
Ну, в принципе, он, наверное, накинется, если я ее достану. Надо решать быстрее. Ученики, внимание! Я готов учиться. Проклятые готовы сражаться. Убил бы дерево? Оруженосец! Как я Окинайку убил бы дерево? Я что-то не понял, погодите. Пора пустить кровь. Нет, Филин не приходит. Так, как опасно-то все стало. Интересно. Ну и с овечки. Если это сюда, это уже, блин, я ни хрена ничего не поставлю. Это сюда. Уже никуда. Надо решать быстрее. Этого я потеряю. Так. Интересно. Да. Как так? Успел же. Ну успел же атаку дать. Ну это вообще. Слушай, я уже 5 повреждений ему не нанес. Первый раз я тупанул, ладно, но сейчас вот просто... Вот ты чё прикалываешься? Где моя сова? I need сова. Сова! Сова! Так, ладно. Не, можно, конечно, потерпеть. На следующий ход законтролить его дерево. Здесь такой вариант есть. Он, конечно, сейчас в 3-8, скорее всего, ударит. Мама. Ну ладно, мне же лучше. Мне же больше достанется, как говорится. Давай, еще что-нибудь на него повесь. А, замечательно. Там случайно не летал? Вот она, вот она. Но мне уже лучше вот так делать. Я готов учиться. Так, 7. Ну это был бы летал, если бы я не тупил до этого. Но я не думаю, что здесь надо как-то сильно изобретать. А даже если он какой-то таунт выкладывает, то все-таки сова у нас есть теперь. А сова-то у нас есть. А все равно он сдался. Ну что ж, нормально. Программа минимум выполнена, ребят. Мы с вами накрутили себе 7 побед за сегодня. Это 100 голды приехало. Да, когда приходит сова, сразу возникает победа. Я похож на Чикатило, пишет. Ты как будто знаешь, как выглядел Чикатило. Удивляют меня такие люди.
Где Хмелевар? Не знаю, они обычно парой ходят, действительно. Хмелевар мы, по-моему, вначале спустили, не? Ну что ж, все квесты сделали. Замечательно. Андуин и Джайна. Ну, наконец-то, маги пошли. Сейчас маги нас будут раздвигать. Свет дарует мне победу. А что там у мага такого есть, чтобы сову прям играть? Служитель боли, служитель боли. Сколько еще боев? Ну, либо 2, либо 5. Тут одно из двух. Ну, может быть, 6 при самом таком хреновом стечении. Ох, когда же. Монетка. Давай ее налево. Везение. Ладно, нормально тоже. Да блин, он просто будет в шоке, если я сыграю монетку. Так всегда, говорит. Лучше бы какую-нибудь стену огня украл, если честно. Вот это, знаете, если вы у мага крадете стену огня, он же не знает, что у вас она может быть. Все, это обычно равносильно победе. Он к этому никогда не готовится просто. Как вот эти яйца взорвать, мне говорят, взорви яйца саламандры. Я их не умею взрывать. Сколько их надо накликать? О, можно! Бог, я не понял, ты чего? Боже, это яблоко себе на голову. Так, уточку мне вызовите. О! Ха-ха-ха, перископ пошел вон. Давай трать свой айсболт. 3-2, плохо. Можно, конечно, вот этого засранца кинуть. Через монетку. Но то, что если я служителя кидаю, он его тут же сжирает. Надо подумать. Так. Что бы вы сделали на моем месте? Надо подумать. Эй, лови! Тест на удачу с монеткой хилом 2-2. Ну, видишь, уже не прошел. О! Интересно. Так, ух. У меня огненный элементаль, у него ледяной. И вот мы такие. А, у меня световой элементарь. Так. Что делаем? Что делаем? Интересно. Так. Конечно, блин, если бы один повреждение сюда зашел бы, но это тут надо хилить его. Жалко, что провокация не заходит. Наверное, страж. А какой тут еще вариант? Больше вариантов-то и нет. Но другой вопрос. Если бить в него... Попса какая-то получается. А он сейчас в этого, скорее всего, ударит. Пинганет и ударит. Ну ладно, посмотрим. Давай так сделаем. Бей, ставь боксера, хиль. 4. Уши. Да, возможно, был хороший вариант.
Блин, а я мог бы даже забрать при стечении обстоятельств удачном. Но это было бы, конечно, фарт. Тут у него есть либо кура, либо фаербол. Фаербол. Да, наверное, твой вариант был бы лучше. Так, ну мне кажется, тут провокейшн надо... Хотя у него-то... А, фаербол он слил, да? Помни, Кельталас! Одно хорошо, когда он не наносит урон, то он не замораживает. Соответственно, на следующий ход он у меня не замороженный. Соответственно, если он идет в этого, то умирает. Ну, в общем, там понятно. Давай, давай, давай. Сейчас я нашаманю что-нибудь. Что же делать? Опа-на! Опять танцующие клыки. Ага, пошел. Пошел такой в атаку. Ну, ты давай, решай, либо идешь, либо нет. Пошел. Так. Ну, тут можно служителя получить, темного сектанта. Напасть на этого парня. Мама выжить, но правда надолго остаться не у дел. Либо пойти надо в лицо. Но если я пойду в лицо, то он этого парня может... А, он не может, он скорее всего пингом плюс этим парнем. Не помню, отдавал ли он монетку. Надо подумать. Боксер хил. Так, бить или не бить? Вот в чем вопрос. Давай ударим. Потому что если он сейчас какаху какую-нибудь кинет... Он сейчас пингом тогда его убьет. Блин, все как-то не туда. Ладно. Ребят, что вы несете? Кто-то там пишет. Монетка есть? Что же делать? Даже если, монетка, здесь 5 защиты. Прикрылись от стены огня. Последствий, по крайней мере. Так, ты волшебный порошок в чат не сыпал? Нет. Не было такого дела. То есть еще пожмакать можно, ребят. Кончается время. Ну-ка, маг тоже такой задумчивый попался, как и я. Прям в атаку пошел. О как! Кто-то ранен? Вот это прям ему не повезло, можно сказать, да? Ой, ты лакер пишет. Да уж. Прикиньте сейчас, если я хильну, этот попадет в этого еще. Так, если я хиляю, у меня 5 мана остается. Надеемся, что в мечи полетит. Ну. Это лак, просто жесть. Это лачный лак, лаком погоняет. Да ладно, там уже пишет, да пипец так не может вести. Так, 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 погодите, что дальше делаем? Так, темный сектант плюс что-нибудь за 2 маны, да? Но можно... Чего?
решать нет. быстрее. Провокейшн надо ставить, наверное, да? Так, провокация плюс что? Опять нечего ставить. Ребят, что ставить? Давайте, советуйте. Давайте, давайте. Владыку. Хорош. Чуть не забыл, что атаковать надо еще. Блин, ну это, конечно, лак-лаков. Я знаю это все. Вернул бы 3-3. Тоже думал об этом. Но у меня довольно-таки много карт вообще в руках. Что же делать? Говорят, у вас возникла проблема. Серьезный тип. Думает, идти ли в атаку. Иди, иди, иди. Мне надо кого-то хилить. Интересно. В принципе, я себя могу хилить, если что. В принципе, если что, я 2-3 могу вообще вернуть и выставить. Сало на владыку крути. Интересно. Да я вот уже думаю над салом в таунт. Давай передохнем. Так. Быстрее. Я его тоже похилил. Господи, боже мой, я тупанул. Чё я сделал? Что-то там застаточные явления какие-то были. Что-то, блин, я забыл, что она всех хилит. Я думал, она только своих хилит. Вот косяки-то какие, косипорю, а? Что же делать? Ждем волны, в общем. Да, волна тут меня буруила. Ну, сам накосячил. Сам накосячил. Плохо знаю карты. Интересно. У меня кончается время. Волна! Я мечтаю быть похожей на тебя. Ха-ха, не успел. Он такой же тормоз, как и я, ребят. Он такой же тормоз, как и я. Он-то не успел, видали, он уже все сюда выжил. Так, так. Интересно. Так, так, если тетка плюс это, плюс кража. Так, а как это 3-2-то убивать? Мысли и убивай карой 3-2. Тут надо училку, надо да. Подумать. Ученики, внимание! Я готов учиться. Надо решать быстрее. Так. Хрен с ней. Хрен с ней.
Мне и так достаточно карт, мне кажется, чтобы уже победить. Ты нереальный, фу на тебя. Волна огня! Правда, она сейчас не поможет. Еще два юнита останется. Ну да, остается только так делать. Фу, говорит, ты нереальный, ну надо ж так, а. Я думаю, у мага что-то подгорело. Смотри, у него еще уперто, а. Классная карта. Так, а это можно в лицо? Можно в лицо кинуть. Так, ну я думаю, тут надо Сайленс кинуть парню-то. А то он еще надровит что-нибудь. Конечно, сало, ребят. Блин, она еще выжила. Так. Ну, надо скидывать карты, а то мне сейчас поставить даже нечего. Я думаю, вот этого парня кинем. Так, дальше. Вот, вот этого сюда. Занятие начинается. Это я туда. Ну, давайте что-нибудь похилим. Магический призрак. Хилить будешь? Что ты делаешь с бедным магом? Это жесткое порево. Господи, боже мой, сколько у него выстрелов всяких разных. Видимо, это уже какие-то предсмертные судороги, нет? И смотри, раскидался в разные стороны какахами. Он просто не знает, что у меня есть божественная кара. Божественная каппа. Ну, я думаю, это сейчас хороший вариант ее кинуть. Я сделаю все, как ты чашешь. Я сделаю все, как ты есть. Так, ну и дальше надо как можно больше дамаги выложить. Наверное, вот так. Тем более это не убивается флеймстрайком. Ну все, парень. Гуй-гуй. Тут летал. Чтоб ты не взял. Блин. Ну, учитывая, что я такие косяки там еще допускал. Жесть. Мне не хватает вот минуты на раздумье, вот честное слово. Мне просто их не хватает. И я начинаю тупить, особенно когда еще этот фитилек начинает гореть, и все. Так, а не судьба была выставить мага и не разменить ученика. Какого мага выставить? Не стоило напрашиваться. Свет дарует мне победу. Так. Не хочу. Так, сова уже есть. Уже хорошо. Ну, хоть монетку не сопрешь. Ну, давай посмотрим, что там. О-о-о! Неплохая картинка, кстати, а. Ой, это мое любимое поле боя. Так. Боже, это яблоко себе на голову. Вот на кобры и пошла, да? В принципе, если 3-4 прокнет на 3-2. Но
Надо подумать. Чего? Кобру на метателя нормал? Ну, в принципе, нет, да. Можно и свою поставить. Кто-то говорит, кто-то в лицо бей, кто-то кобру на метателя норм. Не, я понимаю, что размен хороший. Пускай сам разменивается. Не, если я поставлю сектанта, понимаешь, что, что получится. Он ударит его, ну тогда у этого станет 3-5. Да, надо кровь ставить и убивать. В лицо кинь. Эй, лови! Надо решать быстрее. Так и думал, блин. Хоть паузу жми. Надо подумать. За 5 ман играть кольцо света ради этого. Что-то вообще... О! Вот сейчас можно Кару, Обру. Так, и еще одна или две маны остается в никуда. Интересно. Так, какие еще варианты? Можно поставить 4-7. Ну, в принципе, его убьет, если там 7 заковыряет до смерти. Ну, вариант либо Кара Кобра, либо 4-7 с монетки. Что вам больше нравится? Макс монетки, кто-то пишет. Хорошо, давай. В конце концов, если он... Ну, я не думаю, что он его либо забирать будет, либо как наполовину заковыривать, тоже не вариант. Здесь у меня флеймстрайк очередной есть. Он, конечно, очень легко непринужденно его забьет. Так, ладно, нормально. Здесь кара может зайти, отлично. Так, 3-3 со щитом. Так, училка, кара сюда. Ну, собственно, и все. Училка и кара туда. Ученики, внимание! Я готов учиться. Мне нужно срочно этот милевар. Должны очистить солнечный колодец. Училку убивают. Подляна. Так, избранник Велена. Кольцо света. Блин, опять играть нечего толком. Так, если я играю сову, хреново все. Да, у Кинайка есть в колоде. Можно сову на 4-4 Велена и сожрать этого парня. Но мы тогда потеряем, скорее всего, сову, хотя не факт, что он будет ее разменять. Ну, сову-то он пикнет. Пикнет, пикнет, пикнет. Надо решать быстрее. Какое потом АОЕ? Я сделаю все, как ты скажешь. А, типа похилить?
трюк какой. Ну давай так попробуем. Бедная сова. Тебя не спасет. Эй! Жесть. А вот он, их милевар пришел. Все не так, все не то. Конечно, можно кинуть кобру и кольцо. Надо подумать. Или хмелевара и кольцо, например. Интересно. Да, нет совы, нет победы. Ставь все, что есть, пишут. У меня немного чего есть. В принципе, можно их хмелевары и кобру поставить. Кольцо оставь еще рано, да. Неужели есть чем убить 3-2? Ну все-то у него есть, все-то у него рассчитано под нас. Так. Темный сектант, темнее некуда. Поставишь, убьет. Этот сюда, этот сюда. Делать? Терпеть, говорят. Да не, ну он все равно умирает, темный сектант, и при этом не дает ничего. Че, добор юзает, блин. Вообще все плохо, ребят. Вообще не идет. Не идет карта. Интересно. Свет не падет. Проклятый. Все равно всех перебьет, конечно. Ну ладно, терпим. Сейчас пинг плюс удар. 4, 3, 4 забирает. 4, 3, да. Блин, в этого контроль не кинуть. Да. Блин, кольцо кинешь этот. Надо подумать. А если поставить провокацию, сделать кольцо света? А, 4-6 плюс это, но это в лицо заедет, но потом, если его украсть. Надо подумать. Пусть строк бафается, на следующий ход заберешь его. Надо решать быстрее. Я птырил 3-5, он станет 5-5, но он его убьет тогда. Ну, у него слишком много карт, у меня добор вообще куда-то пропал весь. Он его сейчас все равно убьет. Пинг плюс 4-6 уходит. У него добор так и прет. У меня, я не знаю, где в 15 картах весь мой добор остался.
Ну, в принципе, можно выставиться и рассчитывать. Ну, там, я думаю, в таком количестве карт что-то да будет. Здесь, скорее всего, слив, ребят. Можно, конечно, выставиться. Более все равно он... Интересно. Кольцо и 2-2. Давайте так. Чё ты, блин? Все есть. Все, что надо, есть. Да. Я готов, сэр. Я там, по-моему, даже уже нечему контрить-то. Все АОЕ мы убили. Даже сова ушла. Два таунта можем поставить. Просто протянуть время. А если не ставить, он меня просто закидает говном. Да, здесь, скорее всего, GG. Давай. Это он все разбирает, опять что-то выставляет. Понятно. Ну, это тогда 100% GG. Я тут уже никак не камбэк. Пришла, родимая. Ладно. Неплохо сыграно. Так, так и не зашло. Ну что ж, давайте еще. Так, пей водичку, там заряд удачи сейчас. Блин, время уже 2:11, жесть. А все из-за потери темпа в первом ходе. Ну там играть нечего было. Не завезли. И утер. Я буду сражаться с честью. Свет дарует мне победу. Так, ну, мне кажется, это надо оставить, если там какая-нибудь фигня типа 4-4 плюсиком. Оставляй сову победы, да уж. Служак пришел. Так, с монеты. Давай, 3-2. Гата. Смотри, подлян, какую сделал. У него тоже такой есть. С монетки сыграл, прикиньте. У него токен есть. В принципе, что? Сюда крокодил хорошо заезжает. Так, понятно. Что приказание? Еще одного такого кинуть. Забирай 2-2 и сало на баф. Давай. Крути. Кручу, верчу, обмануть хочу. Давай передохнем. Да, Сайленс нам еще понадобится. Там еще печать королей. Ну, конечно, еще одного призрака поставить, поугарать было бы весело. Все существа на 2 маны больше стоили бы. И смотрю, у него ковырялка какая есть, а. Радхольм будет очищен. Радхольм будет зачищен.
Очистил все, да? Плюс 2-2 пум хорошо заезжает. Убивает этого, тогда этого не убивает. Убивает этого, тогда этот бафается. Так, комбо пришла, игра выиграна. Так, что еще можно? Да понятно, что после тройки призрака надо ставить. Я уж не до того одурманенный тут. Правда, если у него какой-нибудь молоток есть, тут, конечно, он резко вперед будет вырываться. Ну ладно, хотя бы стол зачистил. Теперь можно смело ставить служителя. Паукана, наверное, а тут больше вариантов каких. Дефотс пока не на что. Надо добирать как-то. Потом боксеры и хил в себя. Зачем? А следующий ход можно. Ой-ой-ой-ой, падла, а? Да. Божественный щит. Слушай, ну это тебе не поможет. Хотя может помочь. Вот тут, видимо, даунт. Даунт. Мысли кто-то хочет. Мысли, это, конечно, хорошо. Чем мне 3-3 убивать? Вот-вот, по-моему, мне надо таунт 3-3 пытаться сбить щит. Извини. Да уж. Все равно. В любом случае. Гадство. Сова счастлива. Да это понятно, а чем мне это убивать? Чем мне это убивать? Либо рыцаря ставить. Надо подумать. Либо мысли красть. Наверное, все-таки так. Жалко, что щит не сбил. Вот сбил бы щит, сейчас бы совсем все по-другому бы шло. Он все равно был бы 3-3 сейчас. Да. Чуть-чуть не хватает мне, чтобы танк украсть-то. Так, ну тогда надо терпеть. 4-6-3-1, наверное, да? Это сюда. Так, ну сначала мысли крадем. Может, там что-то сумасшедшее выйдет. Дракон 4-1. Ой, 5-6. Так, ну все равно это сюда, это сюда. Интересно. Это сюда, еще похилить можно. Да? А, нет, хилить не надо, потому что он все равно, если танком поедет, то сюда. А если нет, то сюда. Чисти стол.
Надо решать быстрее. Или все-таки дракона? Сейчас там какашка выскочит, блин. О, халява. Оруженосец, со мной! Отдал дракона, ну ты щедр. Да, я какой-то щедрый сегодня. Действительно, а что я дракон поставил? Ну, у меня просто уже в голове пусто, потому что спать хочется. Конечно, без вариантов, но он, кажется, все равно побеждает. Потому что заковырять-то он его все равно может. У него, видите, и трусильвер есть. Меня наполняет сила. Свет защищает меня. Лицом. Надо было вообще ничего не ставить, наверное. Нет карт. Ну сейчас бы Аукинаечку тогда. Надо ставить то, что есть, да? Блин, хмелеваром что куда возвращать, непонятно. Ай-на-на-на-на-на-на. Сейчас Аукинайка бы, блин, зашла бы. Так классно было бы. Теперь сиди, думай. Что, мне там не сносит лицо? Пока еще нет. Я бы все на стол. Надо решать быстрее. Положи это яблоко себе на... Меня наполняет сила. Давай передохнем. Ха, так не работает, да? Положи это яблоко. Ладно. Себе на... Я чисто проверяю уже. Я думал, сначала стрельнет, а он нет, не стрельнул. Сначала этот его забрал, потом... У этого стрельба пошла. Ну, в смысле, стрельба уже не пошла. Ну, по сути, проиграл свой хил. Ну, давай, Аукинаечка, заезжай. Заезжай. Я тебя очень прошу. Ну, ну. Да. Неплохо себя. Ну теперь поборемся. Не, это еще не вин. Ёлки-палки, а? Так. Блин, он все равно может заехать случайно. Все в лицо. На перегонки. Ну. А, в лицо, да, 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 это был лучший вариант вообще, если он в лицо зайдет. Жду приказания. Слушайте, у него одно здоровье остается. А у него в руке карт нету. Слушайте, ну он мне зачистит стол. Мне зачистит стол. Блин, один ДПС.
Так, стоп. Нужно... А, ёлки-палки. Ну тут только рассчитывают на везение, что Огр опять-таки... Хотя... Ну да, рассчитывают на везение, что Огр промажет. Убей обоих 1-1. Не поможет. Сейчас будет все зависеть от того, что ему пришло и как сходит Огр. Блин, сходил куда надо. Жесть. Жду приказаний. Ну, я старался. Ученики, внимание! Я готов учиться. Справедливость должна быть восстановлена. Справедливость должна быть восстановлена. Справедливость должна быть восстановлена. Ну, тут единственный шанс, ребята. Хочешь что-нибудь взорвать? Твою. А он же не убивает. А, убивает. Ну тут опять от Огра зависит сильно. Лак, давай. Ну. Йо. Ну, все равно от Огра зависит. Блин, попал. Все, жесть, ребят. Жесть. Жду приказаний. Ну, шансы-то были. Шансы были, но здесь уже GG. Здесь уже GG. Конечно, я могу сектантов пускать всяких. Илимся живем. А что у меня там есть-то? Кинайку я слил. Блин, ну вот везучий паладин, а. Надо подумать. Проклятые готовы сражаться. 1-1 не... имеешь в виду отхилить в 1-1? Погоди. Разве? Вот он и отхилился еще, да? Блин, ну почему не в дракона-то? Дракон два раза надо было кинуть. Жду приказаний. А не, здесь уже GG. Ну почему так поздно? Почему так поздно? У меня же еще одно кольцо света есть. Справедливость должна быть восстановлена. Я щит Аргуса. Это была ошибка. Жду приказаний. Почему все так поздно приходит? В принципе, то что мне лачит, что ему лачит. Что угодно может произойти. Хотя, судя по количеству карт, я уже не помню, что у меня там может быть. Вон, держи кружечку. Йо! Сейчас он там дефов накидается. Аргуса! Жду приказаний. У меня на 3 дамаги ничего нету. Отлично. Ну вот вы представляете, ну насколько надо быть вот невезучим, чтобы вот так вот все было. Я не знаю. Ну, насколько надо быть везучим, чтобы как было, как там было. Ладно. Сейчас раз такая забытая карта на дамаг приходит. Но у меня таких нет. Все.
сильнее меня. Блин, это был самый смешной замес. Жаль, конечно, если бы я его выиграл, это было бы, конечно, эпично. Это было бы эпично, ребят. Зато поржал от души просто. Настолько все по фану прошло. На везение жалуюсь. Да, жалуюсь. Хочу больше везения. Ни хрена мне эту карту. Лучше бы голды дали бы еще побольше. Всего лишь 170 голды за 8 побед. Блин. Сам проиграл. Ну да, если бы я в 1-1 хил откинул. Согласен. Он бы тогда не смог бы. Не сообразил. Синар, сам ты лох. Пришел тут умник еще, расписывается. Навечно его, пожалуйста, забаньте сразу. А, разрешаю. Фух, что-то в потасовке творится, кстати. А, тут все еще банановый. Через 4 часа заканчивается. Ну ладно. Всем спасибо за внимание, ребятки. Ставим лайки, подписываемся, читаем описание. До встречи в следующей серии. Пока-пока. Зато как я в голде поднялся.